Вот такой минерал попал к нам в лабораторию. Клиент ничего придумывать не стал, сказал только, что камень этот дедушка когда-то привез из Монголии. Да и действительно, что взять с Монголии? Камень хорошо подзабит включениями и практически не просвечивается, но все же определить его удалось. Это гранат. Далеко не самый хороший, но все же гранат. Монгольские гранаты, а точнее их разновидность, пиропы, в отличие от чешских камней, окрашены более густо. И хотя в крупных экземплярах они практически не просвечивают, однако можно наблюдать отчетливый кровавый отблеск. На монгольском камень называется Галын-Чулу – огненный камень, и считается священным.